Адаптивная физкультура для детей с ограниченными возможностями здоровья способствует полному раскрытию физических возможностей, которые позволяют испытать полноту жизни. Поэтому общественная организация «Виктория» уже в шестой раз проводит мероприятие «Спорт среди нас». Вопреки всему, у нас спортивный праздник. Мероприятие стало визитной карточкой организации. Каждое лето для ребят составляются такие программы, чтобы все могли их выполнить. Вода, мяч, бутылка становятся спортивным инвентарем. Без помощи, конечно, не обойтись. И уже много лет подряд свой вклад вносят депутаты Пушкинского округа Андрей Ломов и Алексей Волков. Их вкусные призы и подарки будут ждать ребят, но после того, как пройдутся все спортивные испытания. Мишенька, тихо. Одевай шапочку. Нет, шапочку бери, одевай, Миша. Ты красавец? Да. И я красавица. Давай, снимай. В процессе занятий физкультуры ребенок с ОВЗ не только социализируется, но сам формирует мир и завоевывает социальное пространство. Пытается самоопределиться и создает свое понимание этого мира. Проектирует и строит собственную деятельность. Все было круто. Мне больше всего понравилось нести воду и наливать. Давай, попадай. Ух ты! Молодец, у Ани с рождения дефект позвоночника, отсюда и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но цель по жизни она ставит четко и уверенно к ней идет. Еще я учу английский для того, чтобы поехать ездить в разные страны и пробовать себя в разных странах. Кем? Актрисой. Еще хорошо путешествовать. Вадим Обухов профессионально стал заниматься теннисом в школе-интернате. В 2018 году в Голландии его команда взяла кубок и стала чемпионами мира. Но сначала ничего не получалось, естественно. Сначала тяжело давалось, не получалось. Я даже хотел какими-то местами бросить теннис. Вот проигрывал. Проигрывать, естественно, обидно, но... Опять же, нужно дальше стремиться. Проигрыши для чего-то даются, чтобы понять, переосознать что-то в себе. У Вадима особенное кресло-коляска для паралимпийских спортсменов. Колеса расставлены для наилучшего маневрирования не прямо, а в стороны. И плюс есть дополнительные маленькие колесики сзади. Толкай! Смотри, давай, второй тоже рукой пробуй. Вот, работает рука вторая. Давай, помогай второй рукой. Не бойся. Для подопечных Виктории летнее мероприятие – это не просто соревнование. Занятия по физической культуре, с одной стороны, направлены на коррекцию дефектов физического развития, а с другой – на выработку жизненно необходимых навыков, которые пригодятся ребятам в жизни. Вот, знаете, мне бы хотелось этим мероприятием не доказать, а просто донести до людей, что в нашем Пушкинском округе есть, в общем-то, дети, которые нуждаются в площадках, спортивных, которые нуждаются в тренерах спортивных. Подошел к концу праздник спорта, и ребята получили свои заслуженные призы и грамоты. Родители тоже не остались без подарков. И главное для них – это улыбка ребенка. Кристина Кристинина, Антон Орловский, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.